Здравствуйте, друзья. Про лесочки. Возле соседа. Это не лес, ничего, возле дома. Ветерок у нас. Карантин. Такая красота. В лес никуда выехать нельзя. Патрули. На изоляции, короче. Сидим. Так, выйдешь возле домика. Походишь. Крапива вот такая красивая. Народу нигде ни души. Вот подсливины растут сколько косточек. Сливы невкусные. Вот такие у нас дела, друзья. Солнечно. Еще напасть. На шашлыки выезжают. Жгут костры. Горит камыш. Кустарник. Много. Погода вроде то солнышко выглянет, то пасмурно. Ну как-то так, друзья. Цветочки. Место заброшенное. А цветочки растут. Всего вам самого доброго. Берегите себя. Удачи, друзья мои.